Ну, как ты сказала, на льду наши. Смотрим, да, болеем. Смотрим. Параллельный тройной сальто. Очень молодцы. Хорошо. Правильная подкрутка. Да, со сложной позиции. Рука вверху была у партнерши. На выезде. Тройной флип выброс замечательный. Сложный вход в тодес вперед внутрь. Такая очень сложная эмоциональная музыка для короткой программы. Молодцы. Не побоялись. Не побоялись взять мюзикл, который называется 9-9, и песня «Быть итальянцами». Хорошее очень хореографическое решение, яркие ребята, очень красивые костюмы. Подвязка на ноге у партнерши, которая добавляет такой пикантности некой, да. Дорожка шагов с переменами направления, с зеркальным катанием. С подвязочками с маленькими, интересными. Держи, держи. Отлично. Очень музыкально вошли в подъем. Это поставлено. Тяжело, но очень, да, музыкально. Да, да. Нет, пошли хорошо, потом чуть-чуть там было. Параллельное вращение. Ох, Алексей, немножко, оно вот выровнялись. Тяжело последним элементом делать параллельное вращение, понятно, тяжело, но было немножечко расхождение. Но молодцы, все равно молодцы. Сложная музыка, музыка больше как для танцевальной пары, но они справлялись и выражали все очень красиво, артистично, эмоционально. Мне очень понравилось. Кристина Астахова, Алексей Роганов. Большие молодцы. Зрителям на трибунах тоже, как они поддерживают, это очень приятно всегда и очень, очень помогает, и очень радостно. За бортиком двукратный олимпийский чемпион, тренер Кристины и Алексея Артур Дмитриев. Я думаю, что он тоже доволен прокатом ребят. Ну, конечно же, не обойдется без анализа. Тренер, конечно же, заметил маленькие ошибки, недочеты. Кому поэтому, как не ему, виднее, да, всего. Да, да, поэтому будет что исправлять. Но со самыми сложными элементами в начале программы, прыжковыми, они справились великолепно. Герои! 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 А вот тренер доволен, да, не заметил маленьких недочетов.